Солнце бить. Ну, я не могу назвать победу Буковина незаслуженной. Дело в том, что имели три верных момента, третий реверс. Первый тайм попадание Перекладина, второй тайм он не замкнул игру, а дальнюю штангу, хотя был очень близок. Назвать действия Веева достаточно острыми и соответствующими, скажем так, амбициям команды и занимаемому месту я не могу. То есть это неудачная для хозяева, безусловно, игра. Это все объяснимо. Команда достаточно сырая, команда только сыгрывается, команда практически полностью изменила состав в зимний период, и нужно время. Не смогли усилить игру во втором тайме, не получилось. Вроде бы чуть-чуть было несколько минут, когда начали поддавливать серьезно, но в итоге ничего не получилось. Так что, могу сказать, нужно работать. Единственное, что пожелать в данной ситуации, ну а Буковину поздравить с приближением к группе лидеров. Потому что это очень важная победа и очень важное поражение, конечно, для Веева. Дистанция достаточно длинная, время еще.